Япония отказывается от пацифизма. Правительство Синдзо Абе начинает отмену ограничений на использование армии за пределами страны. В 9-й статье Конституции 1947 года провозглашен отказ от войны как способа разрешения международных споров. Формально японская армия считается особым видом полицейских сил, и ее деятельность до сих пор была де юре ограничена только обороной страны. Сейчас же, как пояснил глава правительства, обстановка в окружающем Японию регионе приобретает все более жесткий характер. Чтобы быть готовыми ко всему, мы должны разработать законодательство для обеспечения безопасности, защиты жизни людей и гарантий мирного существования страны. Согласно представленному в парламент законопроекту, силы самообороны Японии могут применяться в рамках коллективной обороны для защиты дружественных государств, даже если сама страна не подвергается при этом нападению. Это объяснимо встревожило соседей некогда милитаристской Японии – Китай и Южную Корею. Токио и Пекин ведут споры вокруг архипелага Синкаку или Дяо-Юйдао, а с Сеулом японцы оспаривают владение островами Лианкур. Официальный представитель китайского МИДа потребовал соблюдения Японии суверенитета и интересов соседей в области безопасности. В столице Южной Кореи у посольства Японии прошла антивоенная демонстрация протеста.